Ну ты в первой игре забил красивый гол, скажи, ты умышленно бил поворотом или как бы делал навес, как это случилось? Нет, я бил поворотом. Да, я просмотрел по интернету пляжный футбол, как вратари бьют. Пришлось пробить немножко. Но ты больше доволен результатом, расстроен игрой своей команды? Расстроен своей игрой, потому что пропустил 3 мяча, которых можно было выручать. Так, Пономарева оштрафуем, и тоже забивает. А командная игра? Команда, ну что, старались, ну немножко, жара не дает нам силы, теряются. А так все-таки на замене, потому что была бы скамейка, был бы выше темп. То есть как в первой игре показала игра, их можно давить темпом, то есть они особо сильно не бегут. Но сегодня физически мы это не могли сделать из-за того, что один игрок просто на замене. А что случилось, где ребята были? На работе половина не смогла отпроситься, ну а остальные, я не знаю, по каким-то своим семейным причинам. На самую важную игру, которая решала, будут у нас медали или нет после Лукаса, они просто не пришли. Ну это показывает, какая команда. То есть, что, блин, когда в первом круге играли, все были настроены, а второй круг просто, блин, из рук вон плохо начали. Кто не приходит, а кто, блин, вообще просто не звонит даже. Ну ничего страшного, будем бороться в остальных двух играх. Так же самое у нас задача во всех матчах побеждать.